Вы смотрите новости сейчас. С вами Татьяна Король. Здравствуйте. Нацбанк прогнозирует уровень инфляции в Беларуси не выше 5-6% по итогу года. Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 0,75%. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8% ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года, пересматривая каждые 3 месяца на фоне актуальных тенденций в экономике. Ускорение инфляции в начале года регулятор считает временным. Среди оснований для таких прогнозов – падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары. Это послужило основанием для смягчения монетарной политики, пояснили в Нацбанке. Несколько минут назад на аэродроме в Мачулищах приземлился военно-транспортный Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая. Самолет привез порядка 15 тонн сборного груза. Большая часть – это средства медназначения, которые были закуплены белорусскими компаниями по запросу Минздрава. Аппараты ИВЛ, тест-системы, защитные средства. Сопровождением груза по традиции занималась МЧС Беларуси. И к данным от Минздрава, на сегодня, 13 мая, выздоровели и выписаны 7711 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Зарегистрировано 25 825 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 296 380 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Германия с 15 мая смягчает меры пограничного контроля. В настоящий момент въезд и выезд разрешены лишь коммерческому транспорту, а также гражданам, которые работают за рубежом. Полностью отменить контроль собираются только к середине июня. С завтрашнего дня жесткость проверок будет смягчаться, однако лишь при условии улучшения эпидемической ситуации. Китай уже практически вернулся к нормальной жизни, и даже случилось долгожданное. В стране открылись фитнес-центры. С этим тянули дольше всего, поскольку закрытые помещения и общие тренажеры – идеальные инструменты для распространения вируса. Теперь залы открыты, но от администрации требуется проводить максимально частую дезинфекцию спортивных снарядов. Американцы же о возвращении в спортзалы пока только мечтают. Во Флориде даже прошла необычная акция протеста, в ходе которой манифестанты отжимались и приседали. Ну, такие акции здоровья пока никому не повредили. Мы же увидимся в 19 часов. До встречи.